сколько кирпичей, оказывается, у нас было под курятником. Вот они все подсохнут, потом сложим их где-нибудь, чтобы не мешались. У меня ежевики назрела, и даже не хочется ее собирать, уже наелись ее. И дерн синий, уже тоже пора его собирать. Мята я тоже насушила, но она вот еще цветет. Это колючая ежевика. И в этом году и без шипа я тоже уже спеет. Вчера рвала. Да, надо взять, наверное, миску. Передают у нас с 31 по 3 до 26. Какое счастье! Паутинки везде, где не глянешь. А паутинки – это осени картинки. Лягушатки везде прыгают. Бонечка не очень стал их, не умертвляет. Все лягушатки живые. Интересуется, но так играет. Хотела я полынь уменьшить. Я вот ее уже обрезала, сушку. Здесь у меня 4 куста. Надо бы пересадить, наверное, или весной пересадить уже. Манпреция. В прошлом году я ее пересадила. Но вот один цветочек дала. А, вот это вот тоже дала цветочек. А здесь нету. Я ее посадила маленькими кучками. Она лучше цветет, когда не кучно сидит. Но здесь, конечно, все заросло снытью. Здесь надо все будет перекопать. Тут гвоздики были. Турецкая гвоздика. Она, конечно, еще и есть. Она в следующем году тоже подцветет. Так, у меня малина опять поспела. Вернее, малинина ремонтантная. Одна ягодка. Вот это поздно будет. Она еще цветет некоторые. Я смотрю, там он очток зацветает. Так, ладно, пойду я за миской и займусь, наверное, пока не стемнело, сбором ягод. Здесь тоже манбреция, вон цветочек выпустила.